шумоизоляция ветерковского колпака, капота, скажем так. Ну это капот вообще считается. Сейчас как зашумим, как будет тихо работать, как четырехтастный. Шептать. Ну, будет шептать. Многие снимают, что вот таким образом понижают шумность двигателя. Посмотрим, поможет нам это или нет. Травиночки какие-то попали. Какой он блескучий будет изнутри. Главное, чтобы он этим за маховик не зацеплял вот этой вот шумоизоляцией. Ну, если что, она его там протрет, да? Лишнее уйдет, сточится. Подготавливаемся к осеннему сезону охоты. Ну, наверное, выложу видео, как мы летом еще прокатимся где-нибудь. Я надеюсь на это, что в скором времени мне удастся это реализовать. Может быть, на рыбалочку, на какую-нибудь такую вечернюю. Или просто вон позагорать. Таким вот образом, короче, ребята, я с вами не прощаюсь. До новых встреч!